ТВ, хочу на ТВ. Эй, продюсер, отпусти меня, отпусти. Дома я хочу на ТВ, о, чувствую себя на сцене как дома. Эта атмосфера мне знакома, все равно добьюсь своего. Дома я хочу на ТВ, о, чувствую себя на сцене как дома. Эта атмосфера мне знакома, все равно добьюсь своего. А на что ты готов ради исполнения мечты стать телезвездой? Проснуться в 4 утра, стоять на голове и сочинять тексты на ходу? Для ребят на кастинге нет ничего невозможного. Претендентам на роль телезвезд назначают порядок поступлений и заодно раздают творческие задания. Прорваться вперед смогут те, кто в честной борьбе пройдет естественный отбор. Первый этап сбора анкет побил сразу 2 рекорда. По продолжительности заявки собирали несколько месяцев, и по количеству участников засветиться на телеэкране пожелали 300 человек. Опыт работы на ТВ не обязателен. Залог успеха – хорошая дикция, телегеничность и раскрепощенность. Эй, город, эй, бриллиантов не жалей, сколько их танцев фонарей. По фитнесу Анна сразу применила оружие массового поражения. Откровенный танец мужскую половину жюри впечатлил, но от специального задания не избавил. Постоянно вообще вид направления такой стрип-дэнс. Ну, так да, хорошо. Каждому участнику предложили экспромтом составить текст для утренней передачи или рассказать воображаемым зрителям о нашумевших кинопремьерах. Мне очень понравилось. Это как-то было так активно, спонтанно, интересно. И мне понравилось. Мандраж. Много мандража. Но вообще, на самом деле, ребята очень приветливые, очень приятные. Мне очень приятно то, что как они именно сидели в жюри, потому что они улыбчивые. Ну, редко такое встретишь, на самом деле, хоть я часто не хожу. Но в целом все замечательно. Спасибо вам. Честно говоря, скажу, не готовилась специально, естественно, немножечко переживала, но все действительно позитивно, все достойно, очень интересно, новый опыт в жизни. Камиль перед телекамерой выступает впервые. В обычной жизни он далек от света софитов, работает учителем физкультуры, но в перерывах между уроками грезит о другой карьере. Видимо, режиссеры всего мира затаили какую-то тайну, либо готовятся к какому-то новому киносезону. Поэтому на экранах страны «Ледниковый период 4». Всего на первом этапе продюсеры Ростова на ТВ отсмотрели десяток претендентов. От комментариев жюри пока воздерживается. Впереди еще несколько отсмотров. Только потом назовут имена 5 счастливчиков. Они-то и станут ведущими новых проектов телеканала. Так что до встречи в эфире. Сейчас будет мальчик. Паш, ну мы, блин, снимаем.